кого болели? Все не поедут. За того болели. Друзья, итак, под ваши горные аплодисменты я вручаю эту замечательную тарелочку победителю областного этапа музыкальной битвы диджеев Белоруссия 2016 диджею Рудику Павел Рудковский! Конечно же, бурные аплодисменты! Как говорится, праздник праздником, а работать надо. Ну ты молодец! Друзья, давайте еще раз аплодисменты поблагодарим нашего... Пошли! Идет Виталий Ганзевич и Брестную область! Вот, смотрите, мальчишки очень хотят с нами поговорить. Стой! Ты мне совсем не враг. Привет, представься. Я Буруковский учил. Ты на фестивале с самого начала? Да. Ну как, тебе понравилось? Да. Ты бы хотел, чтобы такие фестивали почаще проводились? А может быть, у тебя есть какие-нибудь креативные идеи, как бы можно было бы разнообразить? Нет. Нету? Точно? Нет. А если подумать? Нет. Точно? Ну тогда скажи, что Ганцевичи классные, покажи лайк в камеру. Ганцевичи классные. Это не лучший экземпляр. Ну ладно, поделитесь вашими впечатлениями. Это супер, это классно. Вообще классно. Это нет слов просто, да. Ганцевичи классные. Это очень рулят вообще. Ганцевичи рулят. Идемте дальше. На удивление народ не расходится. Народ продолжает отдыхать. Обычно молодежь к этому времени или сливается, или находится в алкогольном опьянении. Можно пару слов? Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Наталья. Вот вам, как поколение постарше, чем мы, как вам праздник? Отличный праздник. Отлично, нравится? Нравится. С самого начала? Да. Не устали? Не устали. Может быть, вы бы хотели что-нибудь предложить еще, как можно было бы разнообразить праздник? Приходите к нам в библиотеку и читайте книги побольше. У нас тоже был праздник, а у нас никого не было. Понятно, надо ходить в библиотеку. У меня тоже к вам вопрос, почему мало читаете? Что я читаю? Почему мало читаете? Я учусь на журналиста, и я много читаю. Много читаю. Вот так, поэтому в следующий праздник все идем в библиотеку. Даже не знаю. Народ устал, но народ отдыхает. И это здорово. Даже не знаю. Есть экземпляр интересный в маске. Идем поговорим. Представься, пожалуйста. А? Мы раскроем лицо таинственного Зора, не знаю, кто он. Как тебя зовут еще раз? Егор. Как тебе праздник? Отлично, супер просто. Что тебя сподвигло нарядиться в это? Что? Ну, почему ты решил надеть маску? Ну, с другом мы решили. Ну, вы что-то запланировали просто так? Не, просто так. Просто так? Ну ладно, отдыхай. Все так загадочно улыбаются, но никто не хочет с нами говорить, а девушка вот, наверное, хочет. Да? Хочет. Ну, поделись своими впечатлениями. Офигенный, крутой праздник. Спасибо всем, кто организовывал. Ага, даже так. Мы так, нашли организатора. Да, помогала в БРСМе. Здорово. Ну не знаю, как организатор, может быть, хотелось бы еще чего-нибудь. Всего достаточно. Здорово, да? Да, все здорово. Правда, очень мало, почему-то поздно все повыходили на улицу. Но на самом деле странно, что еще народ есть.
Обычно у нас еще дольше праздники такие задерживаются. Ну не знаю, надеюсь, что все будет хорошо и дальше. Ждем салюта! Еще нас ждет салют. Пару слов, впечатления. Впечатления хорошие. Детям нравится. Детям безусловно нравится. Вы выступали, да? Нет. Ну ладно. Почему вы меня натравили? Сергей, вырезай это все. А, вот в чем подвох. Да. Ладно. Давайте поговорим с девочкой. Привет! А я тут наблюдала, как ты здорово танцуешь. Ты занимаешься танцами, да? Да. А как тебя зовут? Арина. Арина. Тебе праздник понравился? Да. Покажу, так, класс. Видишь, класс? Класс, здорово. Будешь еще ходить на праздники с родителями? Да. Приходи, мы тебя будем ждать. А ну потом потанцуй, как ты танцуешь так классно, мы видели. Давай танцевай. Вот такая вот замечательная Арина у нас. Вот вроде так весело. Молодежь отдыхает, а вы зеваете, устали? С дороги устал. С дороги? А если бы не с дороги, тоже бы отрывались? Да. Да? Это чтобы все музыка повеселее была. В прошлом году повеселее было? А я не знаю, я в прошлом году не был. Ясно. Как впечатление в целом от праздника? Хорошее. Хорошее? Понравился? Очень понравилось. Побольше бы таких мероприятий. Хорошо. Это как будто с микрофоном. Даже в таком маленьком городке, как Анцевичи, может быть здорово и весело. Собственно говоря, то количество народа, которое сегодня собралось, тому подтверждение. Мы рады за нашего Павла Рудковского, который поедет представлять Анцевичи в Витебске. Пожелаем ему удачи. И Паша, ты молодец. Ребята, вам нравится? Да, да. Классно все. Как настроение? Расскажи о своих эмоциях, здесь все классно. Тут очень хорошие эмоции. Вот так. Ребята. Вот так и убегают от нас мальчики. А где дом? Ребята, как вам? Отдыхается? Классно? Ага. Класс! Здорово! Да. Все нравится? Да! Да. Вообще красавцы! С праздником! Была веселая песня. Композиция посвящается нашей любимой родине, Белоруссии. Наш так. Вроде не страшно, а люди боятся. Я плохо пою. Я не буду просить тебя петь. Поделись эмоциями. Все весело, хорошо. Как зовут тебя? Что? Как зовут? Никита. Здорово. Это Беларусь моя. Таким патриотизмом ребята танцуют под песни о родине. Круто!
обрадовали. Расскажи, как тебе, девушки, Санкт-Петербурга, праздник в таком маленьком городке, на Ганцевиче. Беларусь! Это очень радостно, было весело. Люди обрадовались. Санкт-Петербурга, где мы живем вместе.